Сьогодні повинні були робити всі, вона зробила четвертьфіналі одна. Давай, поїхали! Революция – это моя любимая тема. Вы 2 недели подряд обвиняете нас в сговоре с продюсерами. Я очень с уважением к вам отношусь. Просто иногда ваши комментарии бывают некорректны. Мне важно было победить мои реакции. Не обижаться, не реагировать, не рубить шашкой. Ой, ну красиво, ну красиво. Показали уровень действительно настоящих претендентов на победу в этом шоу. Как можно убрать Наталью Могилевскую из финала? Я не представляю. Для нее это реальный реванш. Наталья Алексеевна здесь как один за всех. Она борется и с собой, и с Игорем, и с нами. Если хотим жить, надо або выигрывать, або финал пускать. Пощупай его, потому что я боюсь его трогать. Ну, просто вроде подходящий мужчинка. Да это же жук! С Наташей танцует? Да знаете что? Прости, я не виноват. Это просто формат шоу. Это же жук! Я слышу запах знакомый. Запах чего? Если Игорь более спокойный, то мне нужна совсем другая отдача от Наташи. 18+ придется значок ставить на экран. Ты же меня учил. Если говорить о третьем человеке в отношениях, то это не очень хорошо. Игорь, не смотри. А может, я хочу, чтобы он ревновал? То, что Игорь ревнует, придаст какую-то перчиночку. Посильнее ее держи, чтобы не уронил мне. То нам еще финал. Я слышал, танцевать. Ты похудел на 7 килограмм. Ты сейчас тоже за недику сбросишь. Чисто по-человечески Наташа достойна победить в этом проекте. Это будет награда за все ее усилия. Здесь никто не хочет возвращаться домой. Победа уже находится на расстоянии вытянутой руки. У Жука у нас есть сразу после полуфинала, а там после финала уже и Игоря. Да, Наташа? Возможно, Наташе нужен этот надрыв и эмоциональный взрыв, чтобы добиться результата. Я думаю, паркет покажет, кто есть кто. Наталья Могилевська та Ігор Кузьменко. Фристайл.